Карельский союз защиты детей представил сегодня журналистам программу «Защитим себя сами». Основное направление – информационная цель – посеять светлую искру правового сознания в подростковой среде. Просвещенные дети, стремящиеся решать свои проблемы отношений в школе, в семье, на улице, не выходя из правового поля, могут обращаться по адресу улица Горького, 10, в бесплатную и бескорыстную службу «Детский адвокат» или просто найти поддержку там и добрый совет. Прием будут вести студенты-юристы 4 курса, 5 человек. Это вторая идея, что работа с ребенком ведется в сущности без взрослого человека. Потому что это студенты-юристы, которым по 19-20 лет, они сами недавно еще были детьми. И хотя они юридически, естественно, взрослые граждане, но у них еще очень тесная связь с детьми. И они помнят себя в детстве и помнят те проблемы, которые перед ними возникали.